На Чернобыльской атомной станции завершают установку защитной арки объекта укрытия. Необходимость создания новой защитной оболочки над существующим саркофагом продиктована результатами исследований, которые подтвердили, что только часть конструкции объекта можно использовать еще около 15 лет. Сохранить остальные конструкции на такой срок невозможно. Кроме того, существующий саркофаг был временным сооружением. Его назначение – изоляция радиоактивных материалов разрушенного реактора. Сейчас эта защитная оболочка выполняет свои функции, но конструкция сооружение не позволяет проводить работы с радиоактивно загрязненными материалами и веществами, которые содержат ядерное топливо. Преобразовать объект укрытия в экологически безопасную систему возможно лишь возведя над ним дополнительную оболочку, под защитой которого его можно реконструировать. Создание безопасного конфаймента позволит защитить персонал и окружающую среду и проводить работы по извлечению топливно-содержащих материалов и радиоактивных отходов. Предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться на протяжении 100 лет.